В день солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Центра противодействия терроризму МВД Покарачаево-Черкесии и общественники встретились с учащимися колледжа современного управления имени Абрекова. Цель мероприятия – напомнить молодым людям события 20-летней давности, когда мир потрясла новость о захвате школы номер 1 города Беслана. Показать, сколько боли приносит такая идеология, как терроризм, вспомнить жертв и других трагических событий, почтить их память. Об этом учащимся рассказали сотрудник Центра по противодействию экстремизму Оксана Кочубеева и представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Альберт Зугаев. Выступающие пожелали ребятам успеха в новом учебном году и чтобы в их жизни были только добрые и светлые события. На мероприятии также продемонстрировали документальный фильм «Беслан. Три дня навсегда», который никого не оставил равнодушным.